I came across a broken mirror that seemed too familiar, and then I knew I'd been here before. Not too long. Пару часов назад мы приехали в арест, и сейчас мы подходим к Константину. Да, тебе не. Или прям станцию вот на этот белый автобус, очень очень классно. I softened all my old pain with a new gaze on life. Reflections go after we tear away from the glass. I think it sits in our minds, carving pictures from behind our eyes, showing the world our little mistakes, every single thing that makes us hate our broken sense of self-perception. But things aren't always в самом центре исторической Константы. Самое красивое, что мы увидели за все время пребывания тут. Вернемся посидеть, побухать. У-ху. Вот она, Румыния. Вот, здание вроде прикольное, но там видно, что она немножко подустала. Площадь Константе, вроде бы город на море. Что-то как Ялты. Тут разве вот такое, ух. Когда недостроили, там тоже там недоштукатурили, там недокрасили, и, короче, все весело, и в мечеть заезжали.